Всем привет, это остановочный центр PCF, и сегодня у нас новейший Nissan Tirana в комплектации с автоматом, с кнопками на руле, с эрой ГЛОНАСС. Это 18-й год, только купили его. Сюда была установлена магнитола. Магнитола имеет 9-дюймовый экран. Магнитола, корпус полностью металлический, присутствуют кнопки на руле, покажи, то есть это громче, тише, поднять, положить трубку, сорс, источники, да, и здесь еще колесико. Значит, кнопки все работают, громче, тише, в радио. Переключает радиостанции. Ну и поднять, положить трубку, она переключает нам банды. И, соответственно, это как по очереди. Сорт. Есть. Значит, радио работает, громкая связь подключается. Мы уже проверили на телефоне клиента, все прекрасно работает. Была установлена камера заднего вида в штатное место. Включили, показывают. Плафон подсветки номера. Отлично. Значит, далее. По железу это, скорее всего, уже 7-й Android. Android 7.1.2. 2 гига оператива, 8-ядерный процессор. По навигации у нас есть Яндекс.Навигатор. Сбербанк. Все сразу спокойным голосом сказали, она все понимает и говорит нам, куда поехать. Яндекс.Навигатор, значит, работает, показывает нам пробки. Экран здесь IPS-ный, видно его отовсюду, со всех углов. С задних сидений отовсюду видно. Прекрасно. Работает. Поставили Navitel. Navitel тоже работает. В тех случаях, когда нет интернета, ну или по каким-то деревням, там, не знаю, Крым поехать в Анапу. Самый идеальный вариант. Далее, значит, громкая связь, две USB-шки в бардачке. Играет музыка, USB. Пошел музон. Вот, то есть играет музон. Погромче, потише. Следующая песня, предыдущая, все прекрасно работает. Такие темы. Так что обращайтесь к нам, это был установочный центр PC Auto. Все эти бошки ставим и продаем.